Если мы хотим все-таки цивилизованно начинать перерабатывать мусор, то это действительно надо уже все это делать, разделять. В том числе, вот уже вы, наверное, увидели на своих территориях, уже появились сетки для пластиковой тары. Тара ПЭТ, то есть бутылка. Поэтому в Назарово у нас находится сортировочный комплекс, где мы сортируем на сегодняшний день этот пластик. Ну, объемы, конечно, не такие великие, но все-таки уже что-то сдвинулось.